Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Sniper Elite 3, и мы, ребята, сейчас будем продолжать проходить эту игру. Давайте сразу же продолжим. Что сейчас вообще за миссия будет, в принципе? Что такое слушаем, проект Эпидемия? Все еще не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы все было по порядку. У Валена все будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера, а еще старый подземный туннель. Ну, понятно, будет понятно. Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно. Конечно. Ну что, давайте начинаем. Новый предмет. Какой нафиг новый предмет? Чё нового? А, ну, в принципе, вот тут динамит, да, бронебойный. Бронебойные патроны могут уничтожать технику за пару выстрелов. Охренеть. А как выбрать? Сейчас у нас есть динамит, у нас есть граната. Хм. У нас есть бинт, аптечка. Давайте все-таки бинт заменим на бронебойные. Посмотрим, что это такое. Прицельная сетка. Есть у нас что-то новое? Нет. По идее, нету. Ну что, давайте, ребят, начинаем. Начинаем, да, эту настройки винтовки. Есть у нас что-то тут? А как вообще вот это открывать? Ладно. Так, ну что, начинаем. Начать игру. Так, только не говорите, что где-то сейчас за спиной мы их появимся. Ну, где-то в джунглях, да? Вот тут. Ну давайте, пойдемте. Так. Найдите способ попасть в старый город. Ну, через туннель, да, о котором ты говорил. Так, куда нам сейчас? Ой. Так, первый. Ага. Если подожду, смогу скрыть выстрелы. Ну, понятно, конечно же, сможешь скрыть, так как тут летают, да, всякие хрени. Тебе. Так, там чувак, да, идет. Тебе. И тут еще кто-то. И тебе. Так, отлично. Сейчас, по идее, тут уже никого нету. Нет, хотя мне кажется, что тут. О, там один ходит, бродит. И нет, в палатке никого нету. Значит, мы можем более-менее. Ай! Это где? Там их вообще куча просто нереальная. А, нет, ладно, туда я лучше все-таки не буду. Переть нам нужно вот туда. Ой, на нас чувак там уже палит. А я что-то как-то даже не смотрю туда. Вот так. О, там еще один. И тебе. Так, отлично, отлично. Какой уже у нас там уровень? Уже почти что 7-й уровень, ни хрена себе. Так, ну что, бежим сюда. Что тут у нас? Патрончики, и это все. Понятно. Сейчас как бы нам сюда пробраться. Ай, я этого чувака даже не видел. Что за хрень? Охренеть, выстрелил ему один раз, а он даже не отреагировал. И вообще звук как бы... Ну, не увидел что-то. Ну, понятно, что мы попали в город. Что тут попадать-то? Среди парадной двери пройти. Так, обследуйте немецкие склады. А где они? Вот там. А, склады, не склад. Хотя, может, по очереди как бы будем это все. Ай, чувак там. Еще где?
И тебе. Если подожду, то смогу скрыть выстрел. Ну, да ладно, ладно. Все, давайте сразу же сюда потопали. Тут, походу, никого нету, да? На карте не показывай. Так. О, три мушкетера. Да, они самые. И мне нравятся портреты Валена, развешанные повсюду, и его роскошная база в горах. Один из них сегодня ночью отправится в Берлин с драгоценной тетрадкой Валена. А, ну как бы уже, да, планы раскрывают. Не знаю. Я слышал, что они договорились встретиться позже. Возможно, чтобы решить, кто вручит фюреру тетрадь с доказательствами. Угу. Ну понятно, да, чё они там хотят. Сломал ящик, поранился. У моей цели ранена рука. Ага. Куда нам сейчас? Заберитесь по строительным лесам на стрелковую позицию. Ух, капут. Так, ну чё, давайте пойдемте. Так, тут я кто-то должен есть. Быть незаметен. Ну понятно, как же еще? Ух, сколько вас там? Нифига себе. Тут, по идее, кто-то есть, да? Вот тут. Куряга. Убили. Так, как нам туда забраться? Чтобы не проходить там по низу, вот там, где они ходят, да? По идее, как-то можно вот тут забраться. Вот. Ах, нас там уже палят. Снизу там нереально очень много людей, так что лучше даже никого не убивать, а просто-напросто вот так пройти и залезть туда. И в принципе вот так, да, все. Просто вот так подниматься, тут, наверное, вот только вот эти лестницы будут, да? Ну да, все. Ну, в принципе, да, понятно, мы уже тут как бы наверх забрались. Так, сейчас еще. О, чувак там какой-то блатной такой ходит. Наблюдайте за офицерами и отметьте нужного. А как мне их отметить? Ну вот, тут три офицера, да? А как мне их отметить? Как мне их отметить? Наблюдайте за офицерами. А как их отметить? Параметры, управление. Тут нельзя выбрать. Игра. Хм. А как мне выбрать, отметить точнее? Чё-то я, если честно, не догнал. Сейчас, все клавиши понажимаю. А, вот так. Нет, не вот этот. Пораненная рука, вот в этого. Убить офицера, как только он получит разведданные. Как только что он получит разведанные. То есть нужно ждать, пока ему что-то кто-то даст или... Походу все. Да. Вы убили до того, как он забрал разведанные. Ладно, мне не все. Ху, ну чё, давайте подождем, пока ему что-то дадут, какие-то данные, хрен его знать. А вот то, что интересно, его отсюда убивать нужно будет. Нужно потом за ним будет проследить. Фиг его знает, если честно. Вот, он идет, да? И когда ему вот ту хрень дадут, данные. Ну, дружок, я боюсь, что он сейчас просто-напросто уйдет, и за ним как бы нужно идти. По идее. Но давайте все-таки лучше сейчас посмотрим, вдруг он... Ему сейчас где-то вот тут данные дадут, и нужно прям его будет отсюда убить. А если он куда-то в дом зайдет, значит, это уже будет понятно, что нужно будет за ним следовать. Хотя мне так и кажется, что и нужно.
Может, фиг его знает. Давайте проследим за ним, че он куда идет. Если он сюда зайдет, то нужно за ним идти 100%. Давайте уже сразу приготовимся. Ну ладно, давай-ка. Может, где-то ему вот сейчас вот тут дадут какие-то данные, фиг его знает. Есть тут кто-то? Вот это можно взорвать, да? Да, вот это можно взорвать. Ага. Значит, может, ему где-то вот тут дадут что-то. Я бы мог просто вот сюда выстрелить, да и все. И взорвать его. Он в дом заходит. Походу, ему сейчас вот там дадут. Да, он берет. Сейчас он выйдет. По идее. Его сейчас его нужно убить, я так понял. Да. Да, вот сейчас нужно его убить. Сделать так, чтобы, смотри, как несчастный случай. Охренеть, и как мне это сделать? И как мне это сделать, твою мать? Чуваки, вы уже что-то за как-то... О, он у нас уже даже палит там. Если он сюда пойдет, то это жопа будет. Мы его даже не успеем убить. Давайте так попробуем. Во время шума. Вроде никто не должен запалить. Да так! Как задача провалена? Да вы че, прикалуетесь, люди? А, это дополнительная задача была, да? А, да, это дополнительная. Я уже думал, вы че, охренели, ребята, что ли? Короче, все, мне сейчас жопа. Как я понял, да, нас уже вовсю валят. Нужно просто отстреливаться. Это как бы дополнительное задание было, я понял. Я думал, что... Оу, откуда? Так. Тебе. И тебе. Так, по идее все, больше никого нету. Нет, еще кто-то там шумит. И вот там еще кто-то был. Вот. Ну давайте, вылезайте. Ребята, вы где? Вот тут один. И вот тут один. Так, давайте сразу же отлечимся. Бин. И где-то еще должны быть кто-то. Того чувака нужно обыскать. Но вот я не вижу, кто-то еще есть. А, по идее нет. Вот там кто-то стреляет, но... Так, ну что, давайте слазим. Ой, это еще откуда? Ну вот сейчас уже по идее все. Или кто-то может еще будет, фиг его знает. Вот там еще кто-то есть. И тут еще кто-то есть. По идее все. Они просто идут и их там много раз убиваешь и фиг его. О, чувак, где? Никого не вижу. Хм, во. Но туда мы никак не попадем, по идее. Нужно, короче, спускаться, да, и все. Идти и обыскивать вот того и... Да ну нафиг, валить оттуда. Ху. Нужно сменить позицию. А то нас палят вот сейчас.
Так, ну че, давайте отсюда валим. И откуда? Кто там стреляет? Ух ты, это еще... Ух ты! Ух ты, нас запалили конкретно. Вот ты где сидишь. Да чё ты... Наконец-то. Так, еще где? Охренеть. На тебе, зараза. Так, все, по идее, все. Нет, не все. Еще там кто-то есть. Ну давайте быстренько валим туда. Все, смена позиции. Сейчас нас, по идее, нет, там еще кто-то есть. Ладно, не будем мы пока что стрелять. Давайте его обыщем. Так, ладно. Опять. Ну пожалуйста, ну почему опять? Чтобы уничтожить Панзе 4, чтобы покинуть город. А где он? А где он? Все, сейчас меня уже запалили. Твою мать. Мне сейчас это... Охренеть! Сальто назад кинул, или это не сальто было? Хрен его знает, что это было. Да почему ты не стреляешь-то? Во, наконец-то. 5 раз нажал на кнопку. Так. Ой, ой. На тебе, зараза. Ух, все, отлично. Сейчас хотя бы знаем, где он. Давайте сменим позицию. По идее, он сейчас нас не должен видеть. Хотя нет, он как раз... О, твою мать! Нет, он как раз на нас и нацелен. Нам бы лучше как-то отсюда свалить нафиг. Какую-то другую... Другое место... О, смена позиции. Отлично. Так, сейчас бы нам отлично было бы найти его слабые места. Только где они? Нет, не пали нас. Да твою мать, опять нас запалил. Где твои слабые места, дружок? Ну все, я сменил позицию, как только мог. Нет, вот туда мы не можем стрелять. Нужно куда-то ему в зад пульнуть. Вот. Нет, давай, давай, разворачивайся, разворачивайся. Ух, если он сейчас нас запалит, нам капут. Твою мать. Бронебойные. Где наши бронебойные патроны? Может, как раз сейчас они пригодятся. Только хрен его знает, как их взять. Или они как бы уже есть. Хрен его знает. Запалил. Ага, вот. Охренеть, ребята. Как мы его замочили. Оу-оу-оу-оу. Там куча людей каких-то валит оттуда. Я там было. Откуда они вообще шли? А, во. Охренеть. Еще и нападают. Это откуда вообще? А, и это наши, да? Это тот агент. Ага. Снайпера, снайпера, снайпера. Ай.
один ушел. Этого нужно как-то выманить оттуда, что ли. Он там запрятался затем. Нет, нет, туда ему никак не попасть. Нужно хотя бы как-то вот сюда. Во! Да чё ты... Сколько же я ему раз выстрелил туда? А, во, наконец-то. И... Вот, спрятался там, зараза. Так, ну все. Отлично. Я бы сказал, что это делает нас друзьями, да? Наверное. Ну чё там? Отлично! 7-й уровень. Ну что, давайте, давайте, давайте. Что мы там открыли? Геверс 43. Хрен его знает, что это. Ого, нифига себе, 7-й уровень. Почти что... Бонус стрелка. С 36 людей мы убили. Офигеть. Ребята, давайте, в принципе, на этом закончим эту серию. Если вам нравится эта игра и вы хотите продолжение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.